Какие события за 2018 год вам запомнились больше всего по стране, по России, ну и по Бурятии, может? Наверное, футбол. Футбол, чемпионат мира по футболу. Да. Ну, наверное, больше всего запомнилось чемпионат по футболу, самое такое грандиозное. Ну и, наверное, это все. Простому люду жилось хорошо, все-таки пенсия добавляет, но маловато, конечно. То есть вам запомнилась пенсионная реформа? Пенсионная реформа, конечно. Я в основном спортивные события смотрю. Чемпионат мира, конечно, понравился. Я не помню даже ни одного события-то. Выборы президента? Трудно сказать. Общественно важное. Только выборы президента и все. Мне запомнился чемпионат футбольный. Все болельщиками были. Ну вот это вот самое такое яркое событие. Пенсионная реформа больше всех запомнилась. Ага. Да. А народ как был нищий, так и остался. Еще усугубили это все. Чемпионат мира. По футболу? Да. А почему? Ну как почему? Потому что впервые в России футбол поднялся. Поэтому у меня это самое, такое самое событие. Радовались искренне? Конечно, болел. Угу. За наших. Так, подождите. Чемпионат мира. Ага. Вот это хорошо запомнилось. Выборы президента. Угу. Родился у меня внучка. Отлично. Так, еще. Ну и на работу устроился.